Интерес, большой интерес вызывает барельефы, представленные на стенах нашего музея. Здесь представлены высказывания известных людей об Азербайджане, об азербайджанском народе. Высказывания Лангфелла, Абдурахмана Джами, Александра Дюма, Назима Хикмета вызывают большой интерес у наших посетителей. И еще большой интерес вызывает у наших посетителей высказывания Михаила Ильича Лермонтова об азербайджанском языке. Как мы знаем, некоторую часть своей жизни Лермонтов прожил на Кавказе. И здесь он знакомится с нашим народом, с обычаями, с традициями нашего народа и с нашим языком. И у Лермонтова есть такое высказывание, он говорит: изучайте азербайджанский язык, потому что он настолько популярный, как на Кавказе, как французский в Европе. И он сам тоже пользуется нашим языком на основе нашего дастана «Ашык-Гариб». Он пишет одноименную сказку «Ашык-Гариб» и сохраняет очень много слов на азербайджанском языке, что свидетельствует о том, что Лермонтов сам тоже пытался изучать наш родной язык.